Я не знаю, что делать. Дайте мне что-нибудь. Лодаут. В смысле наблюдать? Погоди, назад. Ух, ёпта, мать. Убить себя? Нет, не хочу. Далее. Так, это я. Назад. Ох, мать твою, что так громко-то, господи. Что, как воз... А, вот возрождение, большая кнопка. А, уйди нахер. Звук. Блин, это был свой. Я своего убила. Нормально, нормально. Эффект. Я же не знала, что это свой. Так. Тут вообще ничего не подписано, короче. Какая-то дичь. Come on, support the capture. Support the capture. Подожди, наверное, чуть погромче. Ты что-то совсем убавил. Не ладно. Я не знаю, что происходит, короче, но что-то происходит. О, больно бьет. Ой, тереть. Ну-ка, погоди. Мейн. Видимо, надо идти сюда. Это враги! Я знаю, ты не нашел, что рассказывать. Калашка. Как подобрать калашка? Как подобрать-то? Чё-то не очень плохо. А никого рядом нет. Спасибо, Даня. А, я тебя убил? Ой. Да, враги серые, получается. Они в серой расцветке. А, сорянчик. А я так же своего убил. Я тебя огорчу. Так что нормально. Так и должно быть. Сказал бы, что я прям огорчила. Как подобрать оружие? Что ты спрашиваешь? Черт, непонятно ничего. Круто. Респаун. Выбрал какое-то оружие странное, блин. Меня больше раздражает, что на правой кнопке нельзя никак прицелиться. Может, можно? У меня на правой кнопке не прицеливается. Ну, может, на каком-то оружии? У меня на мушку прицеливается. На правую? О, прицелилась. Да. Странно. А до этого нет. Кто-то наркоман. Блин, меня убили. Минус 430 очков. Что у тебя, что у меня. Это походу за убийство своих. У тебя должно быть проще в этой игре, это по сути тот же полграунд. Что вы с Кирюхой меняете. Ну я не думаю, что он прям так сильно отличается. Хотя их не шаги, если честно, мне не шпидешь. Воу-воу-воу-воу-воу. Больно будет. О, круто, мы победили. Но мы захватили тоже. Самое интересное, первую захватывать стала я. Так, дайте мне что-то нормальное. Вермин, нет, вермин не пойдет. Вот эрго, давай мне. Set up the connection. Move, move! Не знаю, побегу с этим. Как говно какое-то, все равно. Вообще ничего не уня. Ну так в принципе классно, что ничего не подписывают, как бы это все чисто это. Ну, знаешь, какую-то элементарную обучалку им надо было впихнуть. Это чисто мое мнение. Ну, я тоже. Мы должны точки захватывать. Блин, надо второму парню тогда пойти помочь. Пойду за ним. Я у антенны сижу, короче, какой-то. Я не знаю, надо, сидеть не надо. Надо, надо. Мы пока в круге находимся, мы захватываем точку. Может, надо на М бежать туда?
Мне кажется, М это их точка респауна. Ну, будет круто, если мы заходим. Кого-то убили. Парниша дохлый какой-то. Ну, мы захватываем. Как я подобрал оружие? Ну ладно. Мне больше интересно, как прищи. А, все, пошла. Икс. Захватывает. Мы выдвигаемся на помощь вам. Я тут сижу как бы на точке. А я думаю, почему у меня как-то звук неправильно идет, а я наушники неправильно одел. Бывает. Ну так как у меня теперь нету микрофона, я их просто одеваю. А то, что звук у меня идет вместо права влево, ну, я даже не подумала. Тут что-то стреляет, а пока до вас бегу только. Ау! Ой. Откуда? Со спины. Не спины. Я пока с одним разбиралась. Прикольно. Меня в другой убил. Так странно оружие, не очень мне нравится. Не хочу наблюдать. Ой, что-то не ту точку убрала. Да, участвовать в боевых действиях. Да, что-то оружие семейное. А что-то мне еще западает. Что-то ложишься, дурак. The airdrop is here. Keep an eye on it. А, пробелом подбирать? Нихера. Ну и пробелом дверки открывать еще так. А, ну такая же пушка. Я в наглую бегу к какому-то ящику, который упал. Не знаю, зачем и что это значит. Я бегу. Ну и что мы с ним делать? Ну, оно тихо. Ау-ау! Сука, откуда? Типа, все, я его забрала? Ах ты, пидор. Ну, типа, да. Только что это значит, без понятия. Я, короче, забрала на аэродроп. Круто, наверное. Не знаю, вот. Он упал, я пошла за ним и забрала. Воу, сколько тут трупов. Это был не наш парень. Воу! У меня такой кто-то еще стрелял, посмотрим. Свой, не? А, свой. А чё наблюдение, не поняла. Я вроде как воскрешаюсь. Ну, так... А выползи ты, господи. Мы каким-то боком выигрываем. Мы крутые. Я еще и третий какой-то. Не знаю почему. Я бегу на 1Б. 1Б? Я побегу на 1Б тогда. Как лечь? Это еще... А.
захватываем или нет? Захватываем, просто это медленно, потому что я одна. В смысле, я с тобой вообще? На Б. Почему я тебя не вижу? А. Я тут. А, к ней почти что впритык надо находиться, я поняла. Че, на М побежали? Нет, надо двойку. Хотя да, давай на М сразу. Воу! Что-то все понимаю, откуда меня шмаляют. Алло! А, он по прямой оттуда где-то стреляет. Оттуда войдет, откуда? Молодец. Хорошо. Еще один. Я в него тоже там стреляла. Что это такое? Чё нам... А, пошли нам... Опять двойку надо захватить, что ли? Но... Да, нам двойку надо опять захватить. Пошли. Ну не как-то калечно бегает, если честно. Вот. Не такое. Watch the timer. There's only half the time left. Калашек. Ай-яй-яй. Ай, меня убил, пидорюга. Бог, ну как без прицела сложно попасть в чувака. Ну, thanks, да. Dude. Так, я бегу на М. Угу, я тоже. Какие-то другие режимы попробуем, что, как я поняла, здесь 4 режима, потому что точки на точку бегать что-то. Это неплохо, вот одна и дает. Хорошо, но мы вроде как все точки захватили, нет? Во-во-во. Ну, не, вторая он еще есть. А, так надо на вторую? Туда побежали, ну, да. Воу! Меня убили. Найс. Hurry up, we're almost out of time. Тогда пойду с Б на двоечку. Вроде быстрее, я понимаю. Там зеленый контейнер выпал. Прикольно, наверное. Я до сих пор не знаю, что он дает, конечно. Че, вы блокируете соединение, пишут. А, так это хорошо. Я не уверен. Точку не захватывается почему-то. Странно. Ну, пойду зелененькую соберу. Чекаю. Видишь, на точке пишите, вы блокируете соединение. Не знаю, что мы сделали, но мы крутые. Ой, я третий. Ты еще умудрился третьим быть. Вот же ж. Я прирожденный игрок. Такое.
может, другие режимы будут поинтереснее. Да, а вот боже, кстати, за режим, походу, голосовать, да, он за Clash, не знаю, okay. А мы в чем играли? Кон-кон. Или, а, мы в Link играли, давай вот за Raid. Или, подожди. Ну, похер, ладно. По-моему, в Link играли сейчас. По-моему, да. Или в Clash. А может и нет. Так, в какую команду мы идем? Ну, пошли к нашим. Я мое второе место занял. Пойду в пятое, от тебя подальше. Ну ладно. Вот так вот. Да, нам нужно еще игроков ждать. Ну, такое. Да, в принципе, прикольно. Ну, для бесплатной игры вообще-то классно. Угу. Ждем пока. Ох, господи. Так. О! Лучше, да. Я где-то возродилась. Что нам делать здесь надо? С каким-то кого? Что-то черно-белое все. Но матч не начался. Мы типа в... за кулисами. Вот так. Видимо, что-то опять надо с точками делать. Ну-ка, теперь они очень близко. Пошли на А. Воу, пошли, воу, короче. Воу. Бля, где? А, вот. На. Там разве не на сейчас? Да хер его знает. Вроде на А. Я полез куда-то наверх. Бля, какой ты медленный, а, парень. Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. Слышу, он тут своего завалил. Опять своего. Что делать? Не знаю, ящик падает сверху. А я куда-то ползу, между прочим. Ой, это я походу к тебе приползу. Я ж не знала. Так, это наш пацан лазит. Найди не наш пацан. Не знаю, один внизу был, но его свой убил. А я больше что-то... Вон. А, ты наш. Это свой, это свой. Ну, они ящики я мог будут забирать. Надо будет теперь прикрывать. Давай, смотри прямо, а ты смотри в сторону. Может, надо аирдропа, короче, брать? Не знаю. Вот я не знаю. Я вообще воронок не вижу. А, у них двое играют. Я падаю. О, я выжил. Сзади тебя, Дань. Ой, ехал. Я не успел обернуться. Сверху вольни его. Вот так. Это потому что я стала слезать с лестницы. А, просто убить надо, короче. А зачем точки? Может, я просто стала слезать есть. С точки, и, короче, и он за тебя появился, мне пришлось обратно залезать. Это какая-то разминка, что ли, бай? Нельзя. А, нет, они теперь точки защищают, а мы должны их... Мы теперь захватываем точки, вот. А-а-а, ёб твою мать. Чё, сюда нельзя залезть, что ли? Задница толстая. Да можно. Опа. Уйдь, уйдь, уйдь. Блин, такой у меня какой-то странный вектор, блин. Чё я его взял вообще? На вышке нету никого.
Вон, вон там сверху есть один. Машина поехала. Он там сверху был, но, блин, я его не убила. Воу, на меня целится, урод. Давай там не это. Я в него столько пыль садил, он еще живой. Airdrop is here. Keep an eye on it. Воу, он мне попадает. Я не знаю, как в этом сверху убивать, честно говорю. А еще я мега раненая. Можно как-то подлечиться? Ай! Убил говнюк. Куда? Откуда он тебя убил? Сверху, то тут же. Я пытался с него стрелять. Короче, смысл в чем? Надо одни нападают, типа, на базу. Вторые защищаются. Цель убить, короче, команду противника. С точками что делать? Смысл их? А ничего, это точки возрождения. Типа, здесь они возрождаются, эти три точки. А у нас, видишь, три разных точки. С разных сторон. А что, последняя? В смысле? Ну, последний остался человек. Писак под тобой, да-да-да. Вот это он меня напугал. Сань под тобой. Нормально. Свои пацаны. Где ты на крыше, урод? Я просто так умирать не собираюсь. Я, блин, раненая. А, так как ты живая? Да! Я что-то только допер. Сколько их? А их что получилось? Трое живых? Да, их да, трое. Мы походу никого вообще не убили. Нет, двоих. Воу! Откуда? Да я даже не видел. Вы проиграли в этом раунде. Мы догадались. Я не могу себе оружие никак нормально подобрать. Мне одно из них не нравится. Да, в смысле наблюдать? Я пошла обратно на вышку, мне понравилось с ним сидеть. Не, на вышке клёво, да, согласен. Ну, тут, кстати, две вышки, мы можем на две залезть. Вышки нормально были. Я тут на большую залезу. Класс, то никогда. Просто главное лечь сразу. И откуда они прутся уже? Куда с... Как объяснить-то, господи? Меня убили. Короче, там, где деревья, где откуда мы пришли, вот там парень сидит. Не, ну мы не можем вам проиграть, ведь верно? У них вот этот ДВС пятерых убило. Парень пошраненный явно. Что-то с пацаном странное происходит. Угу. Блин, я не могу взглянуть. Пойду возьму. Здесь меня не убьют.
taking the airdrop. Да, блять. Видишь, тут как-то надо, блин, не знаю, оружие более адекватное можно. Да прицел нужно хотя бы. Тоже убили. What the fuck just happened? И настрой теперь. А... Почему женский голос говорит, интересно? Откуда пойдем? Пошли со... Четверки. Четверки. Пойдем. О, а почему я одна? Погоди, не возродился. Ты не воскрес на четверке. Я знаю. Я думаю. Ты чё там? Это не я, там на собака подскочила. По рации тут переговаривается. Нет, закрыто. А тут есть какой-то тихий шаг? Только в присядку, походу. The airdrop is here. Keep an eye on it. Воу, 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 воу. Меня уже шмаляют. You are the one and only. За зелеными бочками. В смысле? Карты. Ты последний, я тебя горчу. Да я, мне уже пропели тут. Да блин, не успел убежать. Потрачено. Ну ладно, ладно, молодцы. Блин, это конечно прикольный режим, но... С оружкой тут явно. Да, надо прокачиваться. Что тут прицелы, там все дела. Давай на клэш пойдем. На ларча. Или худон. Куда на худон? Готовы. Ну да. Сейчас ждем. Нажмите Escape или и Alt F4, чтобы выйти из игры в неудержимом приступе бешенства. Че, серьезно? Да, было на загрузочном правильно. Откуда начнем? Не знаю, давай с гольфа и начнем. А, тут только с нее можно, кстати. Так, че? В двух словах, что делаем? Не знаю. Что-нибудь страшное. Не знаешь? Head start Russian. Я не знаю, что. Clash. Ну, типа, наверное, захват флага, короче. Какой-то типа. Да, идем за всеми. Все как обычно. А идем за теми, кто знает, куда идти. Если я не знаю. Ну. Дельта. На дельту. Парень явно знает.
Кто знает, куда идти. Кстати, мне это чем-то напоминает Insurgency. Почему-то. Попадите, ух, ёб твою мать. Попадите в рай, чтобы захватить. Я не пойму. Ой, это не свои были. Я перепутал. Да, вон в окне там тусовался, гад. А, о, видишь, нельзя так возрождаться. Мне кажется, пока они точку не захватят, возрождение нельзя. Ну чё, откуда пойдем? А видишь, типа это их точки. Захватите эхо. А вот нам эхо надо захватить, видишь? Откуда начнем? Давай из хотела. Давай. А тогда будет им тогда со спиной зайти. Куда идти? Кто знает. Пацаны, куда идти? Наверное, сюда куда-то. Ну, походу туда куда-нибудь. Да, конечно, это гольф. Он, наверное, вниз. Найс. Чё, ухитывать? Да, с камней тут аккуратнее надо. Надо обходить их со спины, походу. Блин, они уже захватывают, уроды. Во-во-во, меня уже стреляют. Я их вообще не вижу. Они в меня просто шмаляют, как бешено. Блин. Да нихера. Бля, убивает моментально просто. Угу. А нет, а точку захватила, между прочим. Чё-то мы проиграли. По-моему, пора искать другой сервер. Да потому что наши проигрывают, а нас начинают плевать. А видишь, они захватили дельты, у них сейчас они последнюю точку захватывают и все. Защитите хотел. Понятно. А, можем на хотел возродиться. Так, откуда эти черти могут прийти? Это что за точка такая? Идет, идут. Откуда? Скорее. Твоих убил. Найс. Я чуть никого больше не вижу. Я вообще, по-моему, застрял. Помогите мне. Встань. Нас один, по-моему, со спины собрать. Воу! Мне этот балзомер вечно убивает. Он со спины. Я же говорила, видела, как один пробегал. Да, ты отомстил за меня. А что у тебя за оружие такое прикольное? У тебя дача не знаю, я подобрал, я с кого-то, блин, застрял.
подобрал с кого-то. Вот тут куда. Опа, о. А что делать? Somebody is on your left. Там последний остался. Ай, блядь. Блин, они на один. Fall back. Enemies are taking the point. Ну, вот хорошая. Go to the point. Don't go to the area. Он бежит. Чувак, быстрее. Меня сейчас захватит же. Вон он. Давай. У тебя клёво без прицела стали, да? Эй! Он его убил. А, убил, да? Да. Мы крутые пацаны. Да, у нас есть шанс еще. Захватите эхо. Что-то мне кажется, нет. Ну давай пойдем с... не знаю, с гольфа пока остальные. С гольфа? Пойдем. Move it, guys. We gotta attack the point. А кто-то в труселях бегает. Не? Да. Прям как в PUBG. Так, нам на эхо надо, да? Угу. А кто-то на дельту бежит и чем-то. Ау-ау. Свои, блядь, не стреляй, дебил. О, русский говорит. Я не могу. Воу! За ящиками он стоит. Прикольно. У него какой-то с прицелом. Он, нет, он слева за ящиками, за такими черными. Слева? Да. Вот. Я его увидел. Блять. Погоди. А я убил, я убил его. Я убил его. Да? Вообще на первом месте, смотри, я крутой. Пять хотел защищать, но. Значит, на хотеле предлагаю обойти их с той стороны. А, мы на гольфе появляемся. Почему я на гольфе появился? А ты не класснул на отель. Бля. Я бегу. Тут, ну, наверное, туда. А возможно, нет. Так, ну это свои бегут. Ну да, это я бегу от гольфа. Hello, guys. Да, блядь. Сказать тебе же. Это, кстати, его я пытался там настреливать. Последний остался. Скуби. We lost the whole team. Скуби. Скуби-дуби-ду.
Как-то мы очень сильно проигрываем. Еще я будем гольф захватывать в этот собрание. Короче... Да? Ну, не знаю. Защити Индию. Е-е-е. Я на гольф предлагаю. Пойдем им в спину. Мысли? Вообще я на Индию обратился. Но... Я понимаю, я просто хочу попробовать к ним спину обойти. Так, погоди, это дельта. А Индия получается туда. Тогда со спины надо походить там. Тут уже рубанули. Просто надеюсь, меня своих же не прибьют. Это свой? Не знаю, я на точке, короче. Да блин, в доме, короче, на, у нас на точке. Я тут одного увидела просто. Что происходит? Он из дома, на втором этаже он. Да блин! Я за ним столько гонялась, его убили. Ну что за... Своего завалили. Воу-воу-воу-воу-воу, больно. Лягай. Так, еще одну завалили. What are you looking at? They're capturing our point. Whoa. Не туда стреляешь куда-то. Вообще не понимаю, как меня шмаляли. Это спереди откуда? Или нет, или херо? Не, откуда лад у него? The point is safe. Another job well done. Чувак тащит вообще прям. Чё за хату это будем? Заходите в отель. Вы с Индии понял. Куда? С Индии? Угу. Ну, пойдем. Move it, guys. We got to attack the point. Move it, guys. Скажи, а куда он бежит-то? Сюда? Ау. Воу, у меня уже тут не стреляют. Воу-воу-воу. Больно бьют, уроды. Одному чердачину пробил. Я, короче, не едем могу. Я, может, их и коцаю, но я точно не убиваю. У меня вообще ноль убийств. Да что 7 смети, я просто мега-помощник в игре.
Ого, наши тут с таким клёвым прицелом. Наш или не наш? Наш. Который вот это справа от ваш? The airdrop is here. Keep an eye on it. Пацаны завалили, походу. Со мной был. Нет, почему он живой? Там этот, который к ящику побежал, с врагов убили. Ну, как классно представляет. Ай-яй. Что там за оружие-то? Получше. Yeah, we got them all. О, прикольно. Как ни странно, я на первом месте. Это не новое. Фокстрот. С хотела пойдем, естественно. Ну, да. Не, надо какое-то реально нормальное оружие, потому что, что у меня это бред собачий. Move it, guys. We got to attack the point. Я не могу просто с, ни с одного оружия, которое у меня стандартно стоят, вообще не попасть. О, у меня тут уже по-черному шмеляют. Меня убили. Твою мать. Откуда? А, он прям в кусту сидел. Херу. О, нифига, у него оптика, блин. Я ж тебе говорю. Ну, нормально, можно прям так. Сразу и задротит парень. Надо посмотреть, сейчас надо будет просто выйти и посмотреть, может и мы можем все что-то нормально более-менее поставить. Ну, у нас уровни, надо, это уровни набиваешь, и тебе открывается. Ну, может, блин. The airdrop is here. Keep an eye on it. Увалил. Отлично. Пацан, аккуратнее. Один на один остались, этот бальзамир этот, который валит нас постоянно. Сейчас будет друг друга на живца ловить с ящика. Ну.
Ну, прикольно, два прицела для ближнего, для дальнего боя. Не, чувак, он так просто не вылезет. Тут тоже ж где-то так засел. Ну да. Не за танк. Рядом с танком. Как за танком? Мне кажется, зря он так нагло к точке бежит. Taking the airdrop. И сейчас тут пуля в лоб. Возможно. Только что airdrop дает, не знаю. Не знаю. We have secured the airdrop. А, следующее возрождение будет через. Типа мы можем возродиться? Да, через 18. 13. Вообще-то воскрешала когда своих. Прикольно. Не могла она просто подождать, пока мы воскреснем. И все. И тут уж мы зададим ему. А, да. Жару. О, ты уже воскресла. Или один человек воскрешается? Я не знаю. А, во, да-да-да. Watch the timer. There's only half the time left. Ну-ка, побежали, блядь. Надо его искать. Или точку захватить просто. Просто точку захватить. Yeah, the point is ours. Они нашли друг друга. 6-6, прикинь вы. Седьмое, решающий. По-моему, решающий. Они нашли другой глаз выбирает. Эх, захватываем. Амонтада. Откуда пойдем? С Фокстрота? А, да, я, по-моему, вообще ничего не выбирала. Мне там чистки на Фокстрот. Move it, guys. We gotta attack the point. Партизанам пуф-пуф. А, нам на эхо. Ну как бы да. А сюда нельзя. Ау-а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 у-
сверху. Ж не убили? Да. Сука, вот, блин, я могу стрелять, я смотрю на него, блин. Со спины, бальзамир опять со спины, гад. Да-да-да. Бля, двое осталось. Да посмотри, бальзамир только один тащит. У них, да. Я сейчас за эту катку вообще ничего не получаю, ты понимаешь об этом? Да, я тоже получается. Почему? Ты 1600 очков получишь. Это всего, наверное, у меня. Не знаю, у меня вообще ноль, что-то нет. Потому что я ноль убийств, наверное, поэтому. Да потому что я всех, у них всех стреляю, но никто не умирает. The airdrop is here. Keep an eye on it.
О, свой подсвечивается. Ну, это только видим. Это мы видим. Мы же друг другу, когда играем, не подсвечиваемся. Это просто в наблюдателях, чтобы было видно, кто где. О, кто-то побежал лоточку исполнил. К этому сам подбежал. Блин, и не сгонишь. О, башка. Ты посмотри, какой меткий снайпер. Enemy captured the airdrop. This will be rough. Больнул. Ну все равно, короче, двое осталось. Да, но он мне, по-моему, активировал. Было двое осталось. Red drop. Да, не огнула, а он двоих уже убил. То есть двое было, двое осталось, только они сменились теперь. Hurry up! We're almost out of time. Надо еще и время нет. Опять один на один. Бальзамир вроде бы этого. Ну видишь, два про игрока. Да. Ну интересно. Давай, чувак, мы за тебя. Конечно, мы за него, мы с ним в команде. Было бы странно как-то. От него зависит победа. Он, наверное, думает, да блин, опять эти уроды все погибли. Эти днища сдохли эти, блин. Ну био. Ай-яй-яй-яй. Это было близко. Да, ну блин, хорошо шли прям. Да, круто. Ну, 5 косарей получает. Ты прикинь. Да, неплохо.